Знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 21 год, рост 181 сантиметр. Его вес 70 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 4 боя, 3 победы, 1 поражение. И его стиль free fight. Представляющий Ивана Франковск, Украина, Иван Вулчин. Его соперник в красном углу. Бойцу 23 года, рост 180 сантиметров, вес 70,8 килограмма. Его профессиональный рекорд состоит из 6 боев, 3 побед, 3 поражений. Его стиль борьба. Дамы и господа из Назрани, Россия, приветствуйте Ваха Шанхоев! Рефери боя Ашот Ашинян. Итак, первый раунд. Ваха Шанхоев, боец в перчатках с красным скотчем, перчатки с синим скотчем. Иван Вулчин. Легкий вес, весовая категория до 70 килограммов, 300 граммов. Так, огрызнулся уже Иван Вулчин, причем точно. И ответ от Шанхоева. Шанхоев пока действует на контратаках. Отдал пространство октагона на какое-то время он Ивану Вулчину. Но вот сейчас сам перешел в контрнаступление. Прямой на скачке от Вулчина. Но, кстати, так опасно шел вперед. Иван очень открыто. Жесткий лоу-кик от Шанхоева. Так подсек практически. Выбил ногу переднему сопернику. А вот здесь вторым ударом опять цапнул Вулчин Шанхоева. Поддавливает Шанхоев. Но пока без удара. Вот здесь хорошо пошел вперед Шанхоев. И... практически перевел в партер Вулчина. Подтащил к сетке. Освободил голову. Нужно выпрямлять спину. Оттягиваться. И начинать разбивать соперника. Соответственно, Вулчину нужно максимально отдалить от себя Шанхоева. Там снизу, кстати, пару раз ногой опасно попал Вулчин. Попытка накинуть со стороны Ивана треугольник. Видим, как меняется ситуация уже сверху. Вулчин. Нельзя держаться за сетку. И попытка болевого на ногу со стороны Шанхоева. В закрытом гарде Ваха. Старается Вулчин защищаться активно, причем. Чуть меньше 2 минут уже до конца первого раунда. Опять в гарде Ваха. Попытка болевого со стороны Вулчина. По-прежнему Шанхоев сверху. Но здесь нужно обходить ноги. И бить.
И снова попытка Болеова. И есть еще время до конца раунда. Додержит ли Шанхоев? Вот вопрос. В обратном маунте сейчас Шанхоев. Интересное положение. Естественно, попытался его поменять Ваха. Попытался занять боковой контроль, но пока неудачно для себя. Халфгарди Шанхоев. Подключает локти. Все правильно. Заканчивается первый раунд. И жесткая работа от Шанхоева сверху. В конце. Прекрасный размен. Колено в прыжке от Ивана Улчина. Тем не менее, мы видим, что Шанхоев снова переводит соперника вниз. Пока не удается пройти гард Шанхоеву, тем не менее, на прямой спине он амплитудно попадает сверху. И опять застегнут гард на пояснице Шанхоева, тем не менее, удается ему пробивать одиночные удары. Пытается вязать лучшим соперника. В непростом положении находится Иван. И так потихонечку пытается Шанхоев, пытался подтащить соперника к сетке. Но в итоге поднимает рефери бойцов в стойку. Лоу-кик от Шанхоева. Хороший размен. Попадают оба бойца. Но вот здесь поточнее был справа прямым Шанхоев. Прекрасный хай-кик с разворота, вертушка от Гульшина, но мало одного удара здесь, маловато будет. И хороший перевод
от Вахи Шанхоева. Шанхоев по-прежнему сверху и продолжает наносить удары, несмотря на сопротивление соперника, который старается связать его руки. Ну вот шанс для Вульчина. Попытался он сконтрить, но не додержал ситуацию. Тем не менее, включает Иван локти. Шанхоеву нужно освобождать шею. Последняя минута второго раунда. Опять взрывается Шанхоев. Он сверху подтащил соперника к сетке Ивана Вульчина. Пытается оттолкнуть, попытался Иван. Ваху в итоге Вульчину удалось встать. Но мы видим, как перевернул было его Шанхоев, тем не менее успел сконтрить Вульчин. Я думаю, что весь второй раунд, точнее оставшуюся секунду, мы, естественно, увидим и будем ждать финальной пятиминутки. И вот сверху Вульчин. Маловато у него времени. Ну, а у нас, конечно же, финальная пятиминутка. Ваха Шанхоев против Ивана Вульчина. Легкий вес. Весовая категория до 70 килограммов, 300 граммов. Перчатки с синим скотчем. Представитель Украины Иван Вульчин. Перчатки с красным скотчем. Естественно, Ваха Шанхоев из России. Перевел Шанхоев Вульчина в партер. Ноги пройти, правда, сходу ему не удалось. Но, тем не менее, есть время для того, чтобы атаковать. И в боковом контроле практически сейчас находится Шанхоев. Но перевернул его Иван Вульчин, с другой стороны, пока не может воспользоваться своим положением Иван. Мы видим, что Ваха плотно вяжет своего соперника.
Вы слышите угловых Шанхоева. Да, нужно скидывать Вульчина. В халф-маунте Вульчин. Удастся ли ему обойти ноги Шанхоева? Смотрите, переворачивает Вульчина. Ваха, попытка скрутить пятку со стороны Шанхоева. Наверное, все-таки достанет Вульчин ногу, скорее всего. Да, так и происходит. И смотрите, в маунте Иван Вульчин. Шанс для Ивана, шанс. Шансище практически. Шансище. Замок на спине был со стороны Шанхоева. Смотрите, хорошо, как Ваха почти вышел из опасного для себя положения. Тем не менее, в сайт-контроле Вульчин. И смотрите, что делает Шанхоев. Он переворачивает соперника. Вот это да. И сайт-контроля уже Ваха Шанхоев. Эти ребята не перестают меня удивлять, скажу вам честно. Шанхоев сверху. Забрал спину. Практически заправил ноги. Контролирует Вульчина. И да, здесь или побить, или попытаться задушить. В общем-то, оба варианта неплохие. В отличном положении Шанхоев. Минута с лишним до конца раунда. Почти не защищается активно Иван Вульчин, и все. Останавливает поединок рефери Ашот Ашугян. Досрочная победа Вахи Шанхоева. Поздравляем его с этим. Несмотря на разбитый нос, Шанхоев выиграл. И огромнейшее уважение очень мужественному Ивану Вульчину. Дамы и господа, рефери поединка Ашот Ашугян остановил бой через 3 минуты и 54 секунды третьего раунда техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Ваха Шанхоев. Россия, Назрань. И аплодисменты его сопернику из Украины Ивану Вульчину.